Congrats. Доехали. Вот они, эти склады с правой стороны. Так, ну координаты 4-го КПП мне скидывали. И нам нужно какое-то 4-е КПП. По идее, Маша сейчас должна нас прямо туда завернуть. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. А, прямо вот так она и сказала, человеческим голосом. Это было 5-е КПП. Оно, говорят, не действующее. Но там не дальше. Не действующее. Не сюда. Блин, может, тут надо право уходить. Значит, заезд был там, или заезд вон там, или там, где только что я был. Так, с 21 сентября в связи с ремонтом трассы М5 Урал въезд через КПП номер 7. А там что у нас впереди? Вон так, нефть. Может быть, вон туда мне? Я смотрю, там машины вон выезжают. На следующем повороте поверните направо, затем прибудете в конечный пункт. Или проложите. Сейчас придется, может, разворачиваться здесь. Обратно сюда ехать. Ух ты, нифига себе, аж люк открыт. Ничего себе. Походу, что въезд был там, перед этим. Сейчас я вот здесь посмотрю. Нет, значит, тогда мы разворачиваемся. Нет, ну какой-то шлагбаум. Может быть, все-таки это вот сюда. Хотя, не, наверное, вряд ли. А вот, въезд КПП номер 4. Дальше. 400 метров. Это КПП номер 5, КПП номер 4, дальше. Так, а что мне за координаты тогда прислал? Вообще ПЭКа прислал какого-то. Вот, блин. Так, это 5, 4 дальше, вон 4 впереди. Что мне скинули, я то и забила. По итогу мне вот сюда. Я надеюсь. Да, КПП номер 4. А что, а, ну так едет туда, у меня пропуск как бы есть. Но остановка-то разрешена.
у меня как бы есть, надо сходить только, ну, спросить все-таки. На следующем повороте поверните направо. Пойду спрошу. Все-таки правильно мы приехали. Правда, здесь же пацаны. Надо же стать так, чтобы... И проехали нормально. Все, вот наш пропуск. Наверное, я так понимаю, а, выезд здесь с другой стороны. Скорее всего. Вы с другой стороны, да? А? Вы с другой стороны? Или оттуда, или вот туда, на пятый. Понял. Так, сказал бедняк. Сказали так, едем прямо, переезжаем ЖД. Впрочем, направо. Делаем пару глотков кофе. Готовьтесь к правому повороту через 350. Я не успел свою пообедать, представляете? Собирался только. Тут сказали, слушай, хорош сидит, едет, работает. Ну ладно. Еще не один голодный. Пол четвертого, нормально. Сказали, все, там сейчас на складе, все ждем. Ну я позвонил, спросил, все, все, ждем, ждем, давайте, давайте. Так, вот ЖД. Это не ЖД. А, ЖД. Стоп. А, все, правильно. Он меня там, точку-то мне вбил, которую куда мне именно нужно. Склад. Четвертое КБП. Немножко я правильно все-таки приехал. Все верно, я уже ругаться начал. Сказал, это сейчас вот Машка ведет именно туда, куда мне, какой склад нужен. Я так думаю. Машка совсем что-то заблудилась. Нет, короче, все. Слишком далеко здесь Машка идет. Лучше уберем. Не буду я пристегиваться. Мне вот один вопрос интересно. Здесь постоять потом можно? Нужно
Ну вот в карго уперся, повернул направо, тут справа их не машинки стоят. Ай, налево. Не-не, я говорю, я понял, я уже просто повернул. Сейчас я назад развернусь, тут буквально пару метров. Все, хорошо. Хорошо, да-да-да, сейчас. Какое ж направо, говорит, налево. Мне сказал, как карка доедешь, ты вернешь направо. Я ж не могу путаться. Право, слева. Хотя... Алло. Да-да-да-да, ну... Вот я сейчас, вот оно, вот это карга, да, вот, и вот прямо когда если с той стороны ехать, к ним упираешься, надо налево повернуть, да? А, блин, Вадим, подожди, я случайно тебя набрал, давай, подожди, извини, тебе. Перед их с них синим зданием поворачиваю налево. Правильно? На заборе 7М. Ну вот вот КБД это карга прямо. Прямо вот. Прямо они перед. Даже знак вот этот желтенький, вот прямо передо мной. Они. Яндекс.Маркет какой-то вот на заборе. Ну вот она впереди. Ну еще вот сколько тут? Ну вот 100 метров до них, вот до этого, да. Это
Или карго еще дальше ехать, еще я до него не доехал. По этой дороге еду до конца. Ну. Так. Дальше туда уже в сторону 5-го КПП. Это туда или нет? Да. Да, в сторону 5-го КПП. Вот я уже даже указатель вижу. Еду. Правильно. То есть прямо упираясь опять в забор надо упереться, да? Или как? А, в забор поверну. А, я тогда получаю. Угу. Все. Так, вот еду. Так, МПД, карга, все. А, ну еще указатели его висят. Так, вот забор, перед забором сейчас. Так, вот карга, он прямо вот именно карга с левой стороны. Стрелка именно туда. А мне что? Угу. Так, КПП 5 направо, а мне именно... То есть уже все, уже дальше просто дороги нету. Так, я понял, поворачиваю налево. Так, вот, поворачиваю налево. Холодильный склад КПД Карго. Машины тут. Да. Вот, 7М, все, 7М, вижу. Ура! Да. Все, техэксплуатация 7М. Все, приехал. Угу. Блин, я ж первый раз-то сюда же поехал. А по итогу не туда потом. Короче, вот, нам вот сюда. В принципе, мы приехали туда, куда... Туда, куда эта точка и была, которую мне координаты прислал. Все, прибыли. Я не знаю, что тут надо, что нести, не надо... Записываться не надо. Ой, как все сложно-то. Добрый, на выгрузку. А, пропуск. Я пока ходил, документы относил, меня уже выгрузили. Ну, все классно. Семь минут пятого, я уже выгружен. Спросил,
Говорит, можно тут постоять у них? Сейчас пойдем бумаги заберем. Мордой к забору вот здесь у них становишься. Забору стану, пойдем в прицепе, надо там порядок навести, поразвешивать все. Короче, дело у нас там немерено. Ну вот и все. Пошли за документами, потом немножко поработаем в прицепе. Все, начальству сейчас бумажки скинем, что мы свободны, и пускай думают, как мы будем на Питер выбираться. Пошли. Все. Мы кое-как определились со всеми нашими делами. Сейчас мы здесь стоим до 10 вечера. Ждем открытия МКАДа. И потом поедем. Куда уже, чего? Алгоритм действий, короче, мы выбрали, решили. Куда поедем, я вам потом расскажу. Сейчас немножко по-другому. Мы сейчас идем тут. Корешок у меня подъехал. Руслан, ну вы его знаете. И Века у него была, которая машина Века. Потом говорит, тогда фасел. Сейчас опять на Века ездит, представляете? Сейчас мы ему зададим кучу вопросов. Что за фигня? Вон, топчется. То ли на Дафе, то ли на Ивеко. Здорово, брат. Привет, Алексей Николаевич. Привет. Как ты, дорогой? Как сказки видишь. Снова Ивеко, снова встреча. Я смотрю, Даша, ты не расстаешься ты с ними. Любишь ты все-таки, да? Сколько ты лет на нет работы? Ну, я почти 4 года на Ивеко отъездил. Но... сел на Дафа, и сейчас опять на Ивеко. Временно. Это временно. Ивеко временно или Даф временно? Ивеко временно. Чисто на один рейс. И то это ж не моя, а другая Ивеко. Другого водителя. Понятно. Так случилось, что надо съездить. Ну да, обстоятельства, обстоятельства. Обстоятельства. А с допогом, у кого есть разрешение на перевозку, на базе был один я. Короче, ты как незаменимый работник. Нет, двойной оклад? У нас много у кого. Ну, в этот просто, момент был да, ты. Как раз был один я с допогом. Я она понял. Была с Армении, с опаской. Поэтому... коньяк опять привозил. Да. Спаиваешь перед Новым... А, ну да. Правильно, к Новому году ж коньячок в Москву, да, все дела да, там. Абсолютно верно. Вот он. Запомните его. Вот, бочку сдал, сейчас поеду, контейнер поставлю. Ну, так расскажи, вот ты сейчас бочку... А почему ты здесь ее сдал? Она арендная. А, её это в аренде бочка была? Да, эту бочку. Срочно понадобилось вывозить. Нашли бочку здесь, в Москве, взяли ее. Взяли, съездили, залили. Съездили, залили, да. Приехали, я ее поехал, сдал. И сейчас, чтобы вот таким вот, так сказать, скелетом не ехать обратно, поеду, возьму контейнер на терминале на другом. И повезешь? В районе Домодедово, аэропорта. И в Новороссийск везешь. И поеду с ним в Краснодар, да. А, в Краснодар? Да, но я поеду сначала загружусь еще. А, он пустой? Да, пустой. А он тоже в аренду? Нет, я так понял, точно не знаю схему, но здесь вроде бы эти контейнера кто-то купил, покупает. Ага. Их надо доставить в Краснодар. А потом на металлолом режет и продает. Ну, не знаю, да. То есть, и вот мы вот так вот доставляем их туда. Ну, помимо того, чтобы не ехать пустым, да, грубо говоря, еще контейнер загрузим. Не, ну я понял, понял. Да, загрузку уже дали, я поеду оттуда сразу в Коломну. В Коломне? Тут рядом, да, грубо ну, да. говоря. Да, да, да. До Коломны тут недалеко, где мы стоим, но у меня получится круто. А забирать сегодня? Контейнер, я позвонил на терминал, они работают круглосуточно. Мы сейчас с тобой посидим, Чайковского погоняем. В 9 вечера пробочки рассосутся. У меня пропуск есть на МКАД. Ага, и ты поедешь. Я поеду в 10. Да, пока грузовиков нету, легковые уже будут больше дома. Я быстренько на
Каширское перескочу. И пошел. И пошел на Домодедовский аэропорт, да. И все. И потом таким же макаром я вернусь сюда. Ну, посмотрим. Ну, я думаю, Рязанка, Новорязанка, она будет поспокойнее. Не, ну да, да, рассосется. И я также поеду в Коломну, и все. Так что вот такой маршрут. Все тайны выведали, все, приедет домой, получит. Теперь пошли кофе пить. Пошли кофе пить, да. И века, машина века. Это не его и века, он на подмене. Рюш! Давай, давай! Удачки! Пока-пока! Поехал за своим контейнером! А это мы. Короче, я выехал сюда к нему. Давай, давай, Руслан, счастливой дороги. Выехал я со своих складов сюда к нему. Посидели мы. Часа два, наверное, кофе попили. Поехал Руслан забирать контейнер, потом в Коломну. Ну, а мы, в общем, здесь, возле этих складов, ложимся спать. План у нас... Нам нужно пройти МКАД. Но МКАД мы будем проходить утром. Потому что сейчас в 10 часов вечера на МКАД ехать, это вот все пацаны, что здесь стоят. То есть первых два ряда ехать не будут. А мы рванем где-то часов пол пятого утра. А куда рванем? Чего рванем? Зачем рванем? Ну куда, понятно, надо в сторону Питера. Но тут еще кое-какой движняк. Это уже... Расскажу утром, когда поедем. А пока все. Здесь мы и подремем. Сейчас уже время 8, 9 час. Сейчас туда-сюда завалимся спать. И в полпятого отсюда стартанем.